У вас є друг гей? Сталін! А хто в цьому винуватий? Канал вже Багадюка. Дизель шоу. О! Смішно вам? Да. Дай грошей! І курагу! Ясно. Ага! Хто ці люди? Це не можна. Пам-пам-пам. Да-да-да-да. У мене канал. Да, Багадюк. Боже, це щось нове. Уровень, братан. Мої вітання усім! Ви на новому каналі. Я Олександр Будан. Це Improv Live Show! Я скажу так. Сьогодні буде реально навіть не гаряче. Сьогодні буде спекотно, навіть пекельно. Тому що сьогодні, по-перше, як завжди, запалюють наші імпровізатори Рома Міщеріков, Валік Міхієнко і Вова Шумко. Ну і, по-друге, сьогодні саме цієї спеки полум'я додадуть ведучі пекельної кухні на новому каналі Сергій Середа та Алекс Якуто. О-та! Починаємо веселе і проблемшу. Зараз буде імпровізація під назвою «Повернення товару». І поки Валік і Алекс Якутов нас не чують, я мушу з себе все це викинути. Ребята, вам теж здається, що з нами грає кіллер сьогодні? Це просто охранник моєго супермаркету. Значить, Валік і охоронець. Саша! Я нариваюсь, так? Він подивиться. У нього кажуть, значить, Валік і найкращий шеф-кухар України Алекс Якутов. Зараз будуть повертати товар, причому які вони не знають, тому що вони нас зараз не чують. Ти класний! Значить, вони не знають, вони нас не чують. Я вже оголошую товар, це дуже просто. Давайте, нехай сьогодні це будуть силіконові груди. Значить, на касі нас, як завжди, Вова. Давай дамо Вові ім'я. Дать Вові ім'я. Ну, Вова же без наушників, поэтому я не можу дати йому какое-то обидное имя. Дай нормальне. Дать нормальне. Аристарх. Я извиняюсь, но я продавщица. А, ты женщина. Аристарха. Ха-ха. Аристарховна. 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 Окей. Отже, на касі в нас Аристарховна. Вона не дуже хоче приймати цей товар і буде усіляко морозитись. Завдання хлопців – вгадати, що вони повертають. Все ніби просто, але ні. Можем! Ви найкращі! Сейчас, аккуратно! Эй, эй! Да-да! Фух, еле донесли со второго этажа. Доброго дня. Мы же на втором этаже. Доброго дня. Это кто? Здравствуйте. Мужчина, женщина. Сейчас, секунду, секунду. Я посмотрю. Женщина. Отлично. Мы рады вас видеть. Вы нас очень рады видеть? Я нет. Почему? Вы же еще нормальные ко мне не заходили. Никто. Вы проверьте товар и примите. Взвесьте. И чек у нас есть. Где чек? Да вот, пожалуйста, сейчас. Че, очень четко нападаете на меня. Да не, наоборот, мы желаем богатых любовников. Смотрите. Какой чек. Да? Конечно, да, шеф. Я тоже желаю себе. Так. Вот видите, видите, что здесь написано, какой товар? Да, вижу. А вы какой? А вы видите? Какой? Читайте. Говяжье колено. А, так вы читать не умеете. Как вас зовут, тетя? Мадам. Сеньора. Женщина. Аристарховна. Передайте. Замужем. Я передам. Но... Реально, держите мою руку, как говяжье колено. Деньги. Хорошее колено. Свежее. Отлично. На холодец. И вы считаете, что вы нормальные, да? Ну, но пока да, пока да. Смотрите, это мой шеф. Вы его должны были видеть. Да. Да, он когда-то работал охранником у нас. У нас был заказ. У нас был заказ, была свадьба. Очень пышная, очень богатая свадьба. Вместо торта попросили что-то экзотическое. И мы решили сделать холодец. Ну, вы бы варили, лучше... варили 6 часов. Вы варили 6 часов. 6 часов варили. Вы бы лучше точно холодец сделали. Что ж вы? Дело в том, что мы не смогли приготовить, потому что это не колено.
Да вы спасибо, что третий раз объяснили. Да, это не колено. Вот это колено. На вкус оно именно сладкое-сладкое. Пробовали, сладкое, пробовали, как, да? Сладкое, как мед хмельницкий. Попробуй. Я не грозу. Тянется, тянется. Чуть-чуть возбудилась. Так а чего не подошло вам? На ногу не налазит. А в руку? В руку? Влазит? В руку влазит, как влитое. Так это и так надо! Это нормально? Это нормально. Вот у меня не влазит в руку. Ни у кого. Кто только не пробовал. Не влазит. Это из-за природа! Тетя Аристарховна, из-за комплекции что-то у вас? Из-за комплекции. Бог комплектовал. Спасибо, Боже. Спасибо, Боже. Оно ж полезное. Там же витаминов. Нет. Там же витаминов нет. Витаминов нет, но полезное. Все полезное, ну, как сказать? Все полезно, что в рот полезно. Не так ли? Ну? Это как кто хочет, как кто умеет, как кто желает. Угу. Но оно со вкусом металла. Извините, вкус чего? Металла. 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 Вы что его вообще лижете, скажите? Мы фильм такой смотрели. Да. Я тоже много смотрела фильмов. Пересказать? Вы кому брали? Ладно, никакой свадьбы не было, мы просто никакого жениха не было. Честно говоря, мы соскучились. По девушке. Соскучились по девочкам. По девушке. По девушке. Одной. А, ну да. Но девочка вам нравилась не полностью, да? Частично. Частично нравилась. Нравилась девочка. Частично нет. Частично решили чуть-чуть, да, усовершенствовать. Сверху нравилось, снизу не очень. И непонятно. Часть, и часть вернуть. Часть девушки вернуть. Посетители, проходите, пожалуйста, без очереди, конечно. Взвесьте, пожалуйста, 3 килограмма грудки. Уже взвешено, забирайте. А я работаю на опережение, Аристарховна. Спасибо огромное. Спасибо. Что с меня? Как обычно? Ай-яй-яй! Люблю этот магазин. Это мой постоянный покупатель. Всегда настроение мне поднимает. Одно и то же берет. Одно и то же берет. И за одно и то же. И за одно и то же берет. Так и подружились. Говорит, мне кажется, это вообще несъедобное. Это вообще несъедобное. Не, мне кажется, съедобное, но рано-рано в детстве. Ну, в детстве было что-то похожее. Трынь-трынь! Разным... Извините, спецсвязь. Трынь! Алло. Алло? Да. Вы не знаете, что по этому можно говорить? Да, да, да. Можно и нужно. Алло. Здравствуйте. Мы узнали, что вы кассирша, которая научилась звонить по кассовому аппарату. Это я. Аристарховна. Вас беспокоят из Силиконовой долины. Нам нужны такие IT-специалисты. Ага. А куда ехать? Ладно, судя по ответам, мы ошиблись. Пы-пы-пы-пы. У нас есть догадка. Давайте, если есть. Ну да. Да не, ну ты что? Да давай. Да нет. Да давай. Ноутбук? Я извиняюсь. А вы цепочку не видели? Логическую? Да. Наверное, порвалась. Да хватит сиси мять. Давай говори, что мы возвращаем. Он, по-моему, стоял, не сиси мял. А надо было бы. А надо было бы. Ладно, подождите. Поставлю чуть, мешает мне. Мне скажи, там... скажи, Алекс, давай. Ну, силиконовые... Что? Грудь. Да! Нарешті! Я вже думав, що ми не повернемо ту грудь, ну, как бы... Дай понасилю.
що жодна дівчина до нас сьогодні в гості не завітала, тому на швидкі побачення піде Сергій Середа. Серега! А, він же нічого не чує. Правила такі. Власне, хлопці прийдуть в різних образах, які я їм зараз видам. Завдання Сергія – просто вгадати, хто є хто. Хлопчики, готові? Так. Ром, так. Ром, ти Білосніжка після корпоративу. Валік. А? Бомжиха-кутюр'є. Вова. Воу. Ти ж знаєш, я тебе люблю. А, є. Ти русалонька навпаки. Ну, как би тут людина, а тут риба. Чисто из-за запаха выбрали. Готові? Ну, нет, но поехали. Але починаємо. Let's do it. Сажитесь. Кофе? Самогон? Будет молчать. Думала, сдохну! Хорошо! А вы на хвосте? Припрыгали, да? А, у вас такой двойной хвост? Или что? А, вы просто под бутератом. Ой, извините. Просто рад вас видеть. А что ты? Первый раз меня видишь, ты что? Ну, не на крючке, да. Оп! Может быть, русалка? Русалка! Серега, это русалонька, але яка ты дізнаєшся пізніше. А, попозже, понял. А нормальных нету там, я извиняюсь. Тоже? Думала, сдохну. Так, мать, ну давай думать. А что, ничего не помню. А, выпускница. Нет, тогда не выпускница. Можно? Конечно, нужно. Это вы, чтобы их как бы далеко вперед не упускать. Думала, сдохну. Ну тут понятно, Могилевская. Да, года! Ну суть примерно такая. А, я понял. Не, не вгадал. Так. Официант! Обновить вам? Обновите мне. Официант! Червячков! Заморим, говорится, червячка. Так. Моя сестра тебе привет передавала. Сестра? Помнишь? Как да их две ее, уже было. Как ты ее жарил, помнишь? А я думал, это останется только между мной и ей. Получается, нет. Слышь, ты губу не дуй, давай подсказывай. Так ты, получается, русалка, а мы с тобой нет, мы с сестрой, да? Ну, тогда русалка не давалка. Классно вы взяла неправильно. Прикольно. Помню, тусовка была, ну, нас 8 человек было. Четко 8 человек. Вы, угу. Как я вообще повелась на такую тусовку? Как я приехала? Да о чем я думала? А национальность тех 8 можно узнать? Это не люди. Топоры какие-то, что-то все старые. Возможно, вы, ну... Давайте, вы первое слово, а я второе. Аркадий. Укупник? Возможно, вы Аркадий Укупник? Ну, ты сам нарвался, Серега. Так, хорошо, я...
Уважаемые пассажиры, поезд Киев-Запорожье отправляется с третьего пути. Провожающих просьба оставить вагоны и выйти на перрон. Так, Запорожье. Дальше мне в Габану! Это кто такой сидит тут? Молодой, красивый. Мать моя, в коньках на босу ногу, шо ж я? Середу мне в команду, слушай. Так точно. Это не Это что такое? Ханумак? Это что такое? Ты что ли, из Запорожья? Нет. Так, хорошо. По поводу русалки-давалки. Есть одна такая, но я не такая. Вы не такая? Я наоборот. Бом-бом. Может, пиво закажем? Так со мной легче. Таранька? Русалка Таранька? Это тут... моя фамилия. Серый, давай так. Це якась не така русалка. Крутий. Плоская русалка? Русалка, который переехал каток? Не, я больше не могу. В наступный раз прийдеш. Русалка... Я буду думать о тебе. Так, вот с вами вообще все сложно. Ой, слушай, вчера столько пили, это просто ужас. Ну, так, сейчас, секунду. Похмелье. Я одну секунду. Да, очень жестко, очень жестко. Можно я сейчас поговорю? Извините. Да? Свет мой зеркальце, скажи. Да, понимаю, не я, не я. Принцесса после похмелья? Вау. Дуже близко, але ні. Сорі. Блін. Гучі-беручі, слушай. Это из какого баула ты такой костюм сделал? Что за сумка такая? Где ты взял? На какой ты мусорке ее нашел? Так, я так понимаю, а вы все из одной сказки, правильно? Из твоего сна. Сейчас, секунду. Газета за сентябрь. Запорожская принцесса? Кто это? Давай так, забудь про Запоріжжя и не все сказок. Давай. Ага, понял. Я тут. Да понял. По запаху услышал. Ну да. А я это, приходи на спектакль ко мне. Золотую рыбку ставим. Я там играю. Ну не вся, но играю. Вроде это место. Опа, должно клюнуть. Опа, опа. Опа! Хорошо! Хорошо! Твою мать! Это как? Это как? Это здорово, но это как? Твою мать! Это что такое? Это как так? Это русалка наполовину? Идея какая половина? Ну, вверху русалка, понятное дело, а внизу... Человек... А как выглядит вверху русалка? Как... Так, вот как это, что? Вот это, на уху, это выглядит... а это личная жизнь. Это выглядит ужасно. Рыба... Рыба-русалка. Это рыба просто, Серёжа. Рыба-русалка. Как здорово, что я тебя словил. Ты такая тяжелая рыба, но как круто, что ты сама дойдешь. Я тебе не говорила, я с прицепом, у меня 8000 икринок. Серега, это русалка, яка саме? Де в неї що? Що в неї де? Ну, ноги, где ноги, а там у нее рыба вверху. Правильно! Нарешті, зараховую! І все? І все? Це русалка навпаки, розумієш? Йо***ки воробушки, русалка навпаки. Була така. Русалка, с***ка, навпаки. Ну, давай, отгадывай. Ну, привет. А вы, возможно... По диагонали женщина. Или, может быть, перпендикулярный хоккеист. Все? Нашутился? Это я после русалки. Был вчера один весельчак. Здравствуйте. Да. Комплимент от заведения. Что это? Фруктово-яблочная нарезка. Угощайтесь. Опять это...
старуха со своими яблоками. Вчера, блин, откусила, ничего не помню. Ой, Белоснежка с... Так. А вчера, потерявшая, значит, память. А вчера, да, нормально. Белоснежка погодили. После похмелья, вот. Ну, в чем похмелье есть, но мы вчера, значит, собрались, ну, так сказать, рабочим коллективом. Я одна женщина, семь гномов и я. И отметили, каждый раз в год отмечаем. Ага. Это у нас получается что? День рождения. Тут не поспоришь. Но это общий праздник. А у вас как бы корпоратив. У нас офис, да. Белоснежка после корпоратива, да. Белоснежка после корпоратива. Зарахован. Мокрая рыбка. Иди сюда. Так. Ну, здравствуй, зайчик. Тебе привет. От кого? От Валентино. Юдашкино? Валюха! Да, Валентин. Здорово. Здорово. Валентино. Это я по запаху понял. Ага. Валюха, а? Я же на это. Сейчас, секунду. Так, Отто. Ох, не хрена себе! Отто. Сейчас пойду Зинку. Удивлю! Ну ты... так, ну... Художник должен быть голодным. А вы пьяная, я понял. Вы до конца договариваете пословицу? Я не пьяная. Это... стиль жизни. Слюнки потекли сейчас. Ну бомжиха, так. Блин, бог судья, я не хотел оскорблять. Вы бомжиха? Я не бомжиха. Вы без особого места жительства женщина? Так лучше. Но с какой-то изюминкой. Так, бомжиха. Мы извиняемся. Просим прощения. Вы вообще как сюда забрались? Мы это все забираем. Фу, охрана. Охрана. Ужас какой. Вы королева бомжей? Да. Вы стильная бомжиха. А, вы бомжиха и стоп-модель по-украински? Там все наши. Такая красота. Хорошо, вы бомжиха-модельер? Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп! Вильша! Я извиняюсь. Кто вон это? Ваша кутя. Вы бомжиха-кутюрье. Аллилуйя! Нарешті! Є! Я вже думав, що все. Ну, я тобі скажу, що ти і виглядаєш як цей, як модель від бомжихи кутюр'є, тому що ти ніби на спорті, ну і ніби на бренді. А одному мені кажеться, що щось жарковато в залі, як-то, знаєте. Выжидал! Серега! Серег, это называется не жарко, это называется душно. Импровизация называется «Щире каяття». Зараз Серега щиро покається Вові, розкаже якусь історію, за яку йому соромно, історію свого життя, за яку тобі соромно. Розкажи нам щось таке, от прям, як в психолога. Так, я понял. Да-да. Значит, смотрите, какая история. Пару лет назад стою я на остановке, жду автобус, подходят ко мне две девочки. Подходят, говорят, извините, можно с вами сфоткаться? Я такой, ну, прикольно, типа, да. Говорю, да, давайте сфоткаемся. На остановке. И я с одной, получается, фотографируюсь, вторая делает фото. Они отходят, ну, недалеко, я слышу, о чем они говорят. И та, которая фотографировала, спрашивает, а кто это? Это нормально. Обожаю такие темы. Та говорит, это позитив из «Время и стекло». Тере, а что тебе соромно? Так, а ты дослушай, а стыдно за то, что, я же говорю, я слышу, я подхожу, говорю, девчонки, я, конечно, дико извиняюсь, но я не позитив из «Время и стекло», я, ну, там, Серега Середа, там, из «Одесских манцев», они такие, а, понятно, и удаляют фотку. Ты вырубил кого-то? Не, я просто в слезы и под машину, не, ну, куда? Не, ну, прикинь. Класс. Девчонки, если вы видите это... Где я, где позитив? В рекламе сухариков? Вова, запомнитав? Да, ну тут сложно было, но я все помню. Молодець. Вова надягає навушники. Що відбуватися тепер буде? Вова стає зараз з Сергієм Середою,
ну, перевтілюється, і приходить у відділок поліції, щоб розповісти цю історію нашому полісменові Ромі. Рома, в свою чергу, переповідає цю історію Валіку, а Валік в нас секретар, який це все записує. Одна маленька проблема. Тепер Вова нічогісінько не чує. Рома нічого не чує і не чув до того. І Валік теж нічого не чує. Чуєш мене? Ващуся. От зараз це почнеться. А далі побачите, що в нас вийде в кінці. Поїхали! Олег, привет. Позвони, закажи суши. Суши, позвони, закажи. Есть охота. Суши. Устал. Суши, позвони, закажи суши. Суши, позвони, закажи, пожалуйста. Позвони в суши, закажи, пожалуйста. Позвони. Суши, закажи, пожалуйста. Оу. Мне черный дракон. Макароны? Черный дракон. Суши, макаронов нет. Черный дракон, побольше васаби. Побольше васаби. Да я вас понимаю, с полуслова. Алло. Правильно. 45-12, правильно. Алло. Это фуки-суки? Нам сколько? Сколько? Возьми черный дракон. Что-то такое. И себе что-нибудь. И себе что-нибудь. С вермишелью. Суши с вермишелью нам. Да. Через сколько доставить? Автограф не надо оставлять. Во вторник. Сколько стоит? Во вторник давай. Сколько стоит? Во вторник. Подожди, сколько стоит? Подожду. Сколько стоит? Сколько стоит? Сколько стоит? 65. Отменяй, дорого, отменяй. Дорого, отменяй. Беру. Отменяй, дорого, я не буду. Нет, отменяй. Ты не будешь, отменяй, я себе это возьму. Дорого. Мне одну порцию. Ты заплатишь? Спасибо. Палочки учебные. А заплатишь? Палочки учебные. Заплатишь за меня? Хорошо. Идем. Серега, Середа, одесские манцы. Медузу мне в плавке. Максим, Олег. Короче, чисто приколдесу зашел вам рассказать. Чисто пришли попонтоваться. Не надо меня проправлять, я сам все расскажу. Пришел попонтоваться. Не пиши, не пиши. Пришел побираться. Да, попонтоваться. Побираться пришел сюда. Побираться. Иди на вокзал побирайся, ты. Рассказывай наш понтовый. Как скажешь. Серега Середа. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Короче, история такая. Давайте. Я слушаю. Стою на остановке. Сидишь ты как-то дома. Сколько времени? 7 утра было. Сидишь такая. Сидит он как-то дома. Сидит он как-то дома, пиши. Сидит он как-то дома. Зашел с Артемом. Зашел с Артемом. Пошел, дальше. Быстрее, у нас времени очень мало. 7 утра, говорю, было, что не понятно. 7 утра было. Жду маршрутку. А? Жду маршрутку. Сидишь что? Что, маршрутку. Что, маршрутку не видел никогда? Выглядит как автобус. Кто? Маршрутка. Маршрутка? Да. Маршрутка? Да. 69. 37-я маршрутка. 69. 37-я. 37-я маршрутка, запиши к делу. 37-я маршрутка. Снизил бабочку. 37-я маршрутка. Слезал бабочку. Вот. Интересно, начало очень интересное. Сидите вы дома, а то 37-я маршрутка. Ну... Стою, жду маршрутку. Подходят две девочки. Говорят, можно сфоткаться? Можно. Можно? Я говорю, можно, да. Я говорю, можно. Так. Они сфоткались со мной. Давай-ка, что важное, скажи мне, что нам нужно записать? Что это было? Они сфоткались. А? Телефон есть? Есть телефон. Вам позвонить? Сфоткались со мной. Подай телефон. Телефон подай. Звонит. Алло. Алло, больница. Тут в участке два больных. Придите, заберите, пожалуйста. Больные полицейские. Он, конечно, молодец, что позвонил. У нас провода нет. Да, пожалуйста.
Какие вы притрушенные. К истории. Короче, сфоткались. Помню маршрут, куда. Отходят и говорят. Расстояние большое. Маршрутка еще большое не приехала. Расстояние. Ждал. Большое расстояние. Ждал. Большое расстояние. Большое расстояние. Пошел в ресторан. Они отходят и говорят что-то. А я-то все слышу. Люди ходят, что-то говорят. Все, слово такие в слово. Такие люди. Слово в слово. Слово в слово. Люди ходят, что-то говорят. Люди ходят, что-то говорят. Он очень... Люди ходят, что-то говорят. Он хотел четвертовать. И одна другой говорит. А? Кто это? Кто-то. По чуть-чуть. Одна другой говорит, кто это? Кто-то. А другая отвечает, говорит... Фотографию? А? Фотографию вам дать? Я недавно приехал, да. А другая отвечает, говорит, это позитивец, время и стекло. Время и стекло. Позитивец, время и стекло. Это время и стекло. Время пришло. Время пришло. Рассказать мне эту историю, а вы послушайте меня, дебилы. Значит так, это дело мы будем собирать кусками. Время и стекло. Время как-то... шло. Да, как-то замешано. Время и стекло. Угу. Я, конечно, услышал, подхожу. Услышал знакомую группу. Да, подхожу сразу. Напомнил. Говорю. Чё говоришь? Говорю им. Я не позитив. Я вам не верю. Да, так и говорю, я не позитив, девочки. Я никого не узнаю из вас. Ни одна из вас меня не узнала, да? Разные люди. Да. Это разные люди. Отказ. Время и стекло — это разные люди. Отказывал людям. Да. Я говорю, я Сергей Середа, одесские мансы. Ты говоришь, не хожу на свидание. Угу. Так и сказал. Так и сказал? Вот так и сказал. Сказал им, я не хожу на свидание. Сказал, ну его в сраку. Вот это я прям понял. Он такого не говорил. Культурный мальчик. Он улыбается. Он сказал, я не хожу на свидание. Он пошел на свидание. Да. Он пошел на свидание. Он не пошел. Он не пошел на свидание. Да. И одна такая берет телефон. А? Берет смотришь. Телефон. 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 Да. И удаляет. Я охренел. А как я? Охренел. Смотрит в телефон. Смотрит в телефон. И говорит, а как же я? И говорит, алкашка. Вот, я хочу, чтобы вы меня сфоткали. Фас, профиль, вот это все. Отпечатки, чтобы меня узнавали. Ориентировку киньте, чтобы меня узнавали. А можно... кусками мне информацию да, подавать. Вот каждый пальчик. Кусочками, каждый да. пальчик. Давай. Каждый пальчик и фотку. Фотку? Сделай, попросил фотку. Сделайте фотку мне. Попросил фотку. Попросил кого-то фотку. Попросил фотографию. Попросил фотографию. Мне перед человеком неудобно уже. Он попросил фотографию. Попросил фалафель. Попросил фалафель. Попросил фалафель. Короче, расстроился. Расстроился, чуть под маршрутку и не кинулся. Еще ты забыл покушать? Да, такая история. Но не кинулся. Еще раз. Все. Последняя. Последняя маршрутка была, да. Я кто? Чуть не опоздал. Кто? Ты что? Ты что? Ты опоздал? Была последняя маршрутка. Опоздал. 69-я последняя маршрутка. Опоздал на маршрутку. По итогу опоздал на маршрутку. Обоссал маршрутку? Скажу мое любимое в моей работе. Да! Такая история. Вам за это светит 5 лет тюрьмы. Вы что? Чем угощать? 5 лет тюрьмы. Буду. Будешь? Давайте. Все, пацаны, с вами, конечно, интересно. Что за судьба у тебя? Ну, я поеду. Пока, счастливо. До свидания. Удачи. Приходите ко мне домой. Все, але не все. Тому що зараз, Сергій, будь ласка, заходьте і послухайте ваше щире каяття. Що ви нам тут наговорили? І підпишіться. Гражданин Середа. Так. Значить, з ваших слов записано.
Пришел побираться. Зашел с Артемом. Слезал бабочку. Видимо, татуировка. Пошел в ресторан. Хотел четвертовать. Шо хотел четвертовать? Не понимаю. Время шло. Отказывал людям. Не пошел на свидание. Смотрит в телефон и говорит: алкашка. Попросил фалафель, обоссал маршрутку. Пожалуйста. Все-таки было, Серега. Ну, в конце выровнялись. В конце прям правильное пошло. Там же время у тебя пошло. За жизнь? Да? Ой, коллега, у нас такие дела на звезд собираются потрясающе просто. Все подписаны. Все склалось, все крайне. Ничего делать. В ефірі ток-шоу. Значить, у нас два дивани, на яких зараз вже знаходиться Алекс Якутов і Рома. До речі, Рома єдиний, хто буде нормально спілкуватися і поводити себе в цьому шоу, тому що решта хлопців будуть говорити словами на одну літеру. Зараз ми обміняємося літерами, зробимо один одному подаруночки. Подари, будь ласка, літеру Валіку. Сережа. М. М. Хай прилетить ответочка, Сережа. Серега. Ну, С. С. С, Серега. Алекс, дай, будь ласка, Вове літеру. Букву Б. Вова. От меня подарок, действительно подарок, буква П. Нам залишилося придумати назву цьому шоу. Назви будь-який прикметник. Хитрий. Хитрий. Будь-який іменник. Существительне. Пес. Саме так називається наше ток-шоу «Хитрий пес». Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире ежедневное, регулярное, остросюжетное ток-шоу «Хитрый пес». Давайте начинать, сейчас соберутся, будут цапаться, как собаки. Всем здравствуйте! Ну что ж, у нас в студии очень опасный человек с очень тяжелой судьбой. Сейчас мы вначале познакомимся. Как вас зовут? Петя. Петя. Петя, очень приятно. А можно полностью? Привет. Петр Петрович. Петр Петрович, кем вы работаете, расскажите. Повар. Повар, да. У вас 5 заведений, можно название их? Публицист. Да. Поехали дальше. Привет. Привет. А, вот знаю. Пока. Прощай. Это второе закрылось? Или привет, пока, прощай. И подожди. И подожди. Я вижу тут все стадии. Популярная, да, публицист. Популярная публицист. Вот. Расскажите, пожалуйста, какой странный заказ вам пришел на кухню? Что заказали? Паутину. 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 А, сыр вот этот, да? Ой, обожаю вот этот паутинка, сыр. Так, хорошо. Компания пришла, началась какая-то потасовка, да? Об этой стычке расскажите. Что произошло? Что вам кричали? Порядочный повар. Порядочный повар. Порядочный повар. И били? Прилетала. Пицца прилетала. Пицца у вас прилетала. Что и какие предметы еще у вас влетели? Паутинка. Паутинка это, да, естественно. Ну что ж, встретим нашего первого гостя, который замешан в этой истории. Серега. Серега. Собака. Так, видно, конфликт сразу. Сергей, были, да, в ту пятницу? Само собой. Так. Подонок. О, мне нравится, это хорошо! И что, обменять? Нам рейтинги нужны. Сам. Ох, ух ты, ответил, ну ты прям... Ну, расскажи, пожалуйста, что пришел отмечать, что за повод? Сидели с семьей. Так. Подонки. Подонки. Вся семья, да? Слышишь? Правильно, правильно. Салоед, смыкни... Струну! Вы очень смелы, как для такого телосложения. Ну ладно. Слепой. Я слепой. Сергей, пришли с семьей. Смотрим. Что? Сидит сутенер. Да вы что? Сидит сутенер. С кем? Самостоятельно. Ага. Сидит сам сутенер. Как вы поняли, что это сутенер по внешнему виду? Что на нем было надето? Серьга. Вот так?
Большая? Mm-mm. Как? Спереди. Mm. Сутенер смотрит... За кем? Или куда? Сутенер смотрит сквозь... Сквозь свеклу. Сквозь свеклу. Вот так вот? Mm-hmm. Это странно. Проктолог. Сестра. Ну, получается, овощной проктолог. Так. Сидит сестра. Сидит сестра. Сидит сестра. Как зовут сестру? Детали. Стелла. Стелла. Твоя сестра Стелла. Стелла, да. Сергей Стелла. Сидит сестра Стелла. Сутенер смотрит на сестру. Сквозь свеклу на сестру. Сквозь свеклу. Само собой. Так. Сам... Самосвал. Не уезжай. Перепугался. То есть сутенер смотрел сквозь свеклу и на сестру Стеллу. Слышишь? А почему вы злитесь на Петра? Сутенер! Что ж, я сразу не понял. Ну что ж, продолжим. Наш следующий гость, пожалуйста, давайте встретим аплодисментами. Сестра? Брат? Стелла? Или он обознался? Я не знаю, как Стелла выглядит. Как вас зовут? Беатриса. Беатриса? Беатриса. Вы кто, Беатриса? Барменша. Угу. Это не сестра Стелла. А говорите сам... Сходство. Да, похоже? Mm-hmm. Похоже очень. Со спины. Порядочная пани. Ваша работница, правильно я понимаю? Барыгует бабами. Расскажите, все, давайте вскроем всю правду. Бизнес Бармалея, барыговать бабами. Барыгует Беатрисой, барыгует. Барыгует бабенками. Порядочная проститутка. Благодарю за учтивость. Да. Скажите, ситуация, семья Стелла, я свекла. Бачила? А что они у вас заказали? Вы же барменша. Большой батл. Big battle. Бейлиса. Так. Бутылку Бейлиса. Так. Big battle, большая бутылка, да? Бритиш. Учились, да, в Британии? Вы пришли к нам, чтобы на всю страну вскрыть... Блокировать бизнес быдловатого. Бьет, барыгует. Сутенерит. Браво. Петр, ну, вам есть что ответить на эти все прямые обвинения? Да я в шоке, я думал, она вышла... А, стоп! Ничего, это эмоции. Ладно, будем разбираться, что в этом публицисте. Итак, следующий гость, пожалуйста, встретим аплодисментами. Здравствуйте. Вижу... Человек в форме. Как вас зовут? Майор Михайло. Расскажите, пожалуйста, что вам известно о деталях этого дела? Молодой мужчина. Так. Моет мужчин. То есть мы тут все сами обсудили, что он сутенер, а вы принесли нам еще дополнительные факты, что он моет мужчин. Хорошо. Беатриса, но видите, полиция не задерживает его. Кстати, почему? Минутку. Да. Моя малышка. Беатриса, вы под прикрытием? Представьтесь, пожалуйста. Представьтесь, кто вы на самом деле? Бэтмен. Бэтвумен. Бэтвумен? Бэтвумен. То есть вы... Ого! Так, и вы, получается, вместе работали? Как долго эта спецоперация длилась? Месяцы. Сколько? Месяцы. Много месяцев. Мне очень нравится. Май. Март. Сентябрь. Молодец.
Ну, пожалуйста, проводите, ну, задержание. Вы же полиция. Угу. А чего не задерживаете? Михаил. Так. Магнето. А, вы антагонист. Вы Магнето и Бэтвумен, да? И вы боретесь друг с другом. Сумасшедший дом. Добро пожаловать в хитрый пёс. Вы притягиваете металл? Досмотрим, досмотрим. Я обожаю. Вот это мы попали. У вас популярная была... премьера. Да. Будь бойфрендом Бэтвумен. Будь. Сейчас интересно, что Магнет ответит. Можно. Сейчас постельная сцена. Обожаю этот момент. Можно мне... Да, стоп! Стоп! Я розумію, що просто куди ви далі хилите, але ми не будемо домальовувати червоний квадратик на імпров-лайв-шоу, окей? Ах ти хитрий пьос! Я вскрився! Значить, на новому каналі конкуренцію Марвелу та DC може складати лише імпров-лайв-шоу. Побачимося наступного тижня! Па-па!